Так, где это, когда этот будет фильм показан? Вы можете его прислать в пункт для музея? Пока нет. А? Пока нет. Пока у них нет фильма, они только снимают. Там 5 художников будет. А кто заказчик? Это Аллы. А нам надо 104. בחקירת הפיגוע בתל אביב עולה כי אחד המחבלים הסתתר זמן מה בביתו של שוטר לאחר שנמלט מזירת הפיגוע. המחבל, נטול נשק, רץ, הגיע סמוך לבניין מגורים. Я чемпион по обнаженной модели, да, все годы у меня 4 раза в неделю модель, да, ну, естественно, что это, но пока не добрались, пока работаю, да. Мне очень важно прожить биологически светлый день. Или если сумрачно за окном, то пусть он будет сумрачный этот день, а не электрический, не искусственный день. Это очень важно. Это меня напоминает мой Кишиневский дом. И вот это вот страшно, страшно важно, как свет падает и как я взаимодействую с ними, как я живу. Все. На этом, наверное, свет, значение света в моем творчестве и жизни кончается. Продолжай свою жизнь. Ну что тебе с ними будет? Туда перекладывай тоже. Группа «Маханаим», которая возникла 30 лет назад в Москве и потом распространила свою деятельность на Израиль. Поэтому тут внизу на дверях изображена Кремлевская стена, да? Фрагменты Кремлевской стены, перед которой стоят вот эти палатки, символ «Маханаим». Движение опасное в то время, многих посадили, кто участник был вот этого всего. И сидели люди очень тяжело, да, вот, например, Саша Холмянский. Ну, о себе я всегда говорю, что, ну, это анекдот обо мне, но это не совсем анекдот, что имя у меня маленькое хорошее, я же предпочла бы большое и плохое. И я удрал, в общем, от коммерческого духа. Но не могу сказать, что зараза коммерческого духа не распространилась и на нашу маленькую страну тоже. Ну, я искала такие тексты. Я искала лаконичные. Я занималась только Агадой.
Я не могла из Галахии абсолютно ничего извлечь. Мне нужна была сцена. Сцена и действие на сцене. Я сейчас вернулся в театр, я не представляю, думаю, мне было бы неинтересно делать вот так, как я раньше делал, такой некий волшебный мир, а тут зрители. Было бы интересно вот так вот все это как-то, да, соединить. Как. У меня вот эта вот работа, которая представляет из себя определенные еврейские отношения и силы, она является вот как раз самой такой известной моей работой, которую везде очень много раз напечатана и так далее. Вот вообще же эта работа называется «Кадиш», и обозначает она два момента еврейской жизни. Во-первых, когда человек рождается, то кричит петух, петух кричит при рождении человека, и также, когда человек умирает, тоже опять кричит петух. Чем же ж тем молодой?